Зрителям, подписчикам, привет! Сегодня будем строить теплицу капа 2,5 на 3 с форточным боком на брусья. Пока разложились, начинаем работать. Каркас поставили, закрепили к основанию. Сейчас крутим конек и начинаем крыть крышу поликом. Будет у нас тут один ручной форточный блок. Форточка в торце и дверь с форточкой. Закончился у нас монтаж. Напоминаю, строили мы сегодня теплицу капля. 2,5 шириной, 3 длиной. Пойдем смотреть. Форточка с торца у нас. Так, ветер дует. Сегодня боремся с ветром. С другой стороны у нас дверь с форточкой. Каркас сделан из профильной трубы 20 на 40. Покраска примерно порошковым способом. Цвет шоколад. Имеется форточный блок, ручное управление. Также диагональные усилители для большей жесткости. Конструкция стоит на брусе 100 на 100. Брус пропитан антисептиком, закреплен к земле с помощью якорей. Поликарбонат 4 мм, 0,7 плотности. Торцы защищены торцевым профилем. По торцу также установлен резиновый торцевой уплотнитель для большей герметичности. Вот такая капля компакт. Компактная капля, короче, у нас получилась очень надежная, потому что на данной форме теплицы снег не задерживается, он сразу скатывается. Вот, отличная капелька. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока.